Друзья, всем привет, с вами как всегда Лиар, и сегодня мы продолжаем проходить Warhammer 40 000 Дака Сквадрон. Мы продолжаем летать на наших классных орочьих самолетиках. У нас тут довольно большой выбор, если вы помните. Можем выбрать себе различные виды летал. Ну где же наши противники? Вот и они. Мочи этих роботов. Еще один сбит. У него такой же самолет, как и у меня. Это крепкие парни. Но мы их поломаем, постукаем. Мне как раз нужны новые запчасти для моего самолета. Я думаю, они поделятся ими. Как-то я повернул неправильно. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень хорошая пушка, которая молнией красной бьет. Я не специально покидаю зону битвы. Где там противники-то наши? Приближается еще одна волна. Главное, эта волна, это уже орки. То есть мы тут и с некронами сражаемся, и с орками сражаемся, всех мочим. Вообще всех.
Путгуд. Где там враг там? Прекрасно. Надо улучшенную версию этой пушки. Так мы столкнулись с ним. Я его просто преследую. Перезарядка, вот она тут мешает, конечно. Надо, наверное, другое орудие какое-то поставить. С более быстрой перезарядкой. Полетели к этому. Ой-ой. Минус боевая фура. Как много боевых фур. Не успеваешь за ними. Опять боевые фуры. Я уж думал, миссия заново начинается.
когда там написали «Порождение». Так, хорошо, у нас 2 минуты осталось. Давай, ломай. Минута. Из-за перезарядки не могу по ним стрелять. Ну, хотя бы одного. Да, дака. Он тпшнулся.
он где-то в стене. Где там противник-то этот? Как его убить? Как убить противника, который застрял в стене? Вы мне скажите. Ну хотя бы так. Какие хитрые некроны. Застревают в стенке специально. Уничтожить гибельные косы, уничтожить вражеских бойцов. В общем, второстепенные задачи. Заверши миссию строк. Ну, примерно все я сделал. Я про только что прошедшую миссию. Так, давайте сейчас еще одну пройдем. И как бы вся планета, вот эта вот, хотя это вроде Луна, а не планета, все миссии на ней были сделаны. Приближаются истребители и бомберы. Вот эта вот пушка, она... такая не очень приятная, скажем так. Урон она наносит огромный, но при этом у нее долгая перезарядка. Надо, наверное, что-то другое взять. Даже не знаю. Где тут противники-то? Врезался так.
Дака-дака-дака. Хотя эта пушка, это не дака-дака-дака, это скорее зап-зап-зап. Как говорится. Тихонечко преследуем их всех, убиваем. Их вроде еще пара осталось. Где они там летают? Летать вверх ногами — это не лучшая идея, конечно. Железные ребята посылают свои самолеты. Давайте посмотрим, на что они способны. Я не хотел покидать зону битвы. А, блин, там стенка. Да что ж такое? То один, то другой. Надо всегда притормаживать, когда ты наводишь прицел на противника. Точнее, когда ты садишься ему на хвост.
Одни трупы. Забавно это говорить по поводу некронов, но возможно. Кто знает. Эти косы решили атаковать меня. Так, в минус. Орки летают. Что за странное мочилово? Орки с орками и некронами. Задача у меня сейчас уничтожить гибельные косы. По сути, на орков можно не обращать внимания. Тараном его взял. Напоминаю, что тут еще есть таран. Но надо аккуратно его использовать. Этот там все об стенку бьется. Пятнадцать врагов. Давай. Да, ё-моё, он даже не сгорел. Какой крепкий. Почему он такой крепкий?
Кто-то меня сзади гасит. Еще 10. Где они? Ну давай, 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 давай. Перезарядка. Мы красиво сошлись. Бум! Бум-бум! Тихонечко-тихонечко летим. Ждем перезарядку. И... огонь! Да блин! Огонь? Нет, перезарядка. Какая же она долгая. Их осталось 6. Так, где враг-то? Где-то тут он летает. Вот он. Еще 3. О! Тут просто устаешь как бы делать одни и те же миссии. Миссии всегда одинаковые, потому что ты просто летаешь. Я не завершил миссию в срок. Ну, ее, наверное, можно было быстрее сделать, если бы не перезарядка моего оружия. Мегабласты. Можно попробовать поменять. Давайте летало... другое, что ли, выберем. Стойте. Ангар. Эти почти одинаковые. Да, видимо, вот это из-за этой пушки так стреляет.
Давайте на этой полетаем. Фюзеляж, броня, топливо. Тут брони 0. Фюзеляж, проворство. Можно поставить... что тут можно поставить? Забган можно поставить. Или типа она слишком тяжелая. Усиленный нос, таранный бур. Так, ладно, давайте не будем тут ничего менять. Полетели на первой. Да, фурст вон, да колет. Has finally processed the coordinates that were provided. The time for action is upon you. It is of paramount importance that you engage the enemy to acquire your primary target. Меня прикалывает этот техножрец, от которого голова только осталась. В общем, очень важно вступить в бой с врагом. О чем ты говоришь? Я постараюсь взять соответствующую информацию, сделать ее более понятной. Посмотри на свой навигационный компьютер. Координаты и план полета за супер шмалявой готовы. Да, именно так. У штурмана есть направление. Здесь Снакс установил указатель направления перед тем, как я тебя побью. Да, начальник. Хорошая работа головы. Внимание, парни! До сих пор у нас была хорошая битва, но теперь пришло время убивать жестяные головы. Настало время получить шупершмаляу. Все, сейчас мы как бы ломаем гробницу некронов. Вы готовы, дети? Да, большой босс. Уничтожьте ядра призыва. Это зря я ускорение нажал. Я хотел другое сделать. Кстати, некроны здесь классно сделаны. Я про их базу. Давайте турели ломать. Да кто-то мне в спину-то жалит. Какой терминатор? У них вот эти вот зеленые штуки, они наносят очень много урона. Надо от них как-то уклоняться. Я если уклоняться не буду, мне прилетит. Так, ты. Где тут ядра призыва? So
Я так понимаю, это вот монолиты, вот эти, это и есть ядра призыва. Так, пилон, пилон. Это ты мне стреляешь, да, в спину? Да, это ядра призыва. А странно то, что их ядрами назвали, а не монолитами. Ну, неважно. А силовые проводники, это у нас чё? А, это типа эти генераторы. Ну, миссия, в принципе, несложная. Тут вроде ничего нету. И свои вроде прикрывают. Здесь кто-то есть? Нет, тут я вроде все уничтожил. Да остановись! Так разогнался, что... Не это... Почти не останавливаюсь. Во, давай. Нормас. И в пион. Хорошо. Еще чуть-чуть. Так, взлетим наверх. Здрасте. А, вот оно как. Вот оно как. Ай. Да тут ни хрена не видно. Там темнота. Лампочку бы хоть установили. Ясно, короче, у них там всякие эти ядра призыва этим сделаны. И еще два генератора где-то. Скорее всего, там же. Да, вот. Они снизу. Your doom, Orc.
Уничтожаем сейчас все самолеты, которые подлетят к нашему пепеласу. Пока что я не вижу никого. Ну, сейчас кто-то явно появится. Ну, там опять вот этот застрял вражеский. Да, пушка, конечно, мощная, но не точная. Блин, пепеласта он горит. Уже. Я надеюсь, у него починка идет. Нет, не трогайте наш дирижабль. К праотцам. Некроны отправились к праотцам. Это смешно звучит. Само понятие, оно очень странно. Где кто? Мы просыпаемся. Где ты? Это больше похоже, знаете, на что, когда лорд Некронов такой говорит: «Мы идем на вечеринку». Вы не будете скучать. Это дополнение к моим словам. Мы идем на вечеринку, вы не будете скучать. Так, где он там опять? Да он задолбал телепортироваться. Причем он телепортируется-то именно в текстуры. Это кто из разработчиков так сделал? Что он не вверх в небо телепортируется, а именно вниз, вот в эту часть. Да я не скучаю, мне уже как-то стрёмно просто. Скрэч. Во
поражение. Так, у меня осталось 1 хп. Вот это плохо, сейчас надо как-то аккуратно всех уничтожить, всех четверых. Это, видимо, какие-то элитные некроны. Я не скучаю, я охреневаю просто от происходящего. Да блин. Главное, телепорт. Только сказал, почему у них нет телепорта куда-нибудь в воздух, и вот он появился. Ё-моё. Надо аккуратно, аккуратно наносить урон, медленно, медленно. Давайте вверх взлетим и снизу нападем. Так, этот опять там сидит. Мы еще никого не убили. Это самое плохое. Где враги-то? Давай в спину. Блин, он тпшнулся в тот момент, когда я начал урон сильный наносить. Да, тут мы уже не скучаем. Но это сейчас долго будет. Я надеюсь, у них хпшка не восстанавливается, потому что если она восстанавливается у них, это мне надо какого-то одного преследовать. Где он? Хорошо, хорошо. Хотя бы одного уничтожили.
Они, может, специально сделали, чтобы они в это, в текстуры влетали, чтобы там накопить ХП или что-то такое. Они ж реально туда все вместе влетают. Так, еще двое осталось. Во-во, у него мало осталось. Так, еще один. Давайте. Ну, я как бы все прошел, все хорошо прошел, причем. Невероятно, это успех орка. Там нет супер шмалявы, дурья башка. Все жестяные головы телепортируются прочь. Как ни странно, но некроны не такие всесильные, как мои исследования привели нас к выводу. Я думал, что это потребует больше силы. Полное нападение на Хеллфордж должно было закончиться взаимной смертью. Вы говорите с собой? Куда они делись? Технология уловки онлайн. Авиабосс Плакахват да Карук. Какое странное имя у него. Эти некроны не так сильны, как ты. Они сбежали. Должно быть, они боялись, что ты возьмешь шмаляу, поэтому они переместили ее. Перемещались. Ну и где же ты, кусок бесполезного сквига? Сбалансируй свои процессы. У некронов есть еще одна гробница на планете Адская Кузня. Высока вероятность, что они сбежали туда. Я рекомендую пилотировать противников священной технологии, которую вы называете крейсерами, в Хеллфорге, и атаковать их там. Амнисия желает, чтобы они на этот раз разрушили тебя. Лучше бы, чтобы это оказалось там, человек. А не то шкуру спущу. Или что еще, орк? Я бестелесная голова, плавающая в банке с химическими веществами, которые поддерживаются жалкой технологией. Кроме того, меня окружает безумие. Что еще ты можешь сделать со мной, орк? Вы когда-нибудь слышали о болоте? Ха, ты бы сделал хороший кран. Этот говорит то, что там войска объединяются. Мы начинаем хорошую армию. If you don't keep your gob shut.
Молчи, Грот, я тебя удалю, если ты не молчишь. Давай бороться с ними. Установи курс на адскую кузню. Заберем у жестяных голов супершмалялу. Ну что ж. У нас как бы сейчас задача какая? Мы сейчас летим на этот Hellforge, то есть другая планета, адская кузня. И у нас опять примерно те же самые задания. Хэ-хэ-хэх. Все то же самое. Грохопушка у нас есть теперь. Можно попробовать грохопушку. Чем же грохопушка лучше? Фики узнает. Давайте попробуем последнюю миссию. Летало у нас будет то же самое. Мы здесь. Наконец, мне надоели бои на ямах. Пришло время настоящей борьбы. Соберите пилотов для штурма, эскадрильи расчистят для них место. Вы не мой босс, я здесь за сокровищами. Вы становитесь все сильнее, но это не значит, что вы мой босс. Проблемы с вашими войсками? Ха, ты теряешь контроль. Заткнитесь, эти парни теперь следуют за мной, Гарготоп. Поджигатель небес преследует Назога, пока я сражаюсь и убиваю и получаю супершмалялу. Это ничего не значит, это мой корабль и мой мег под контролем. Послушай, идиот, ты примешь мои приказы, потому что я начальник, и не забывай об этом. Если ты не согласен, я сделаю тебе больно, понимаешь? Я большой мег. Я думаю, что я должен контролировать этот отряд. Мой пистолет говорит, что вы должны очень тщательно продумать ваши следующие слова. Ты не посмеешь. Ты застрелил меня. Ты сумасшедший маньяк. Ты сейчас передумал или мне нужно убить тебя? Да-да, ты начальник. Теперь, когда у нас есть подозрение, сокровище находится прямо здесь, на адской кузне. Мы собираемся убить жестяные головы, а затем побить местных орков и получить супершмалялу.
Помни, что эти некроны сбежали от тебя однажды. Я уверен, что ты можешь просто войти в их гробницу и умереть, или убить их и забрать эту супершмалялу. Да, пришло время смирить эти жестяные головы. Пепеласы готовы, и надо уничтожить турели. Затем взорви мосты и убедись, что пепеласы доберутся до посадочной площадки. Босс, что делаем? Мы спали на протяжении тысячелетий, пока вы сражаетесь как грибу. Да блин, ты чё, некроны? Какие-то ракеты в меня летят. Должен сказать, что вот эта гатлинг-пушка, она не очень точная. Вроде стреляет хорошо, но она какая-то неточная. Она в разброс как-то стреляет. Давай, давай. Мост разрушен, хлам. Где еще-то мосты? Медленно, медленно, но лечимся. Еще два моста. И где-то спряталась турель, вот она.
Ё-моё, Некрон, не мешай. А где мост? С той, что ли, стороны? Я его пропустил. А, вот он. Вот он. Ё-моё! Монолит! Где он? Хорошо, минус монолит. Вижу. Блин. Хорошо, пилон. Где еще пилоны? Да ё-моё, еще один. Защити Пепелас 2. Нет ничего сложнее, чем защитить Пепелас 2.
Ой-ой-ой. Так, хорошо. Где враги еще? Кстати, должен заметить, что монолиты как-то очень быстро от этого уничтожаются. Отправляем некронов к праотцам. Блин, не смог. Протаранить не смог. Мы все сделали. О, мы даже открыли специальное силовое поле, которое дает нам защиту. Специальные смертельные рубилы. В общем, мы много чего открыли. Ребята на земле говорят, что база готова. Отправьте патрули. Гаргстомп. Как продвигается сканер? Это идет. У нас есть твердые биты, сказанные со сверкающими битами. Это не будет работать в течение некого времени. Вы мучаете бедные машины. Я слышу, как они кричат от боли. Гнев Амнисии уничтожит вас, инопланетная мразь. Убери этого тупого киборга из моего магазина. Я собираюсь оставить его в мастерской механика для мотивации. Я собираюсь мотивировать его, все в порядке. Чужой подонок. Ха-ха, Гаргстом получит больше мехов и гротов. Нам нужно это супершмалялу. Босс, мы получаем сообщение от воеводы. Он хочет знать, где ты находишься и почему вы не на небоскребе с остальной частью отряда. Что ты собираешься сказать ему? Я думаю, вы должны сказать ему, что вы сейчас начальник. Скажите ему, что у нас есть некоторые осложнения у крузера. Утечка в реакторе, это очень опасно. Да, вот где утечка. На ремонт уйдет время. Да, начальник. Эй, босс, у нас возникли некоторые проблемы с утечками. Я думаю, он верит в это. Да, мы приедем, как только это будет исправлено. Как вы думаете, это помешает ему беспокоить нас? Какая разница? Если я получу супершмалялу, он отправится на корм с Квигом. Человеческая голова права. Я босс. Да, не отступай, ты должен убить его. Если ты не находишь оружие, ты все еще босс? Я разрушу этот мост, когда подойду к нему. Ну что ж, друзья, тут вот мы заканчиваем, мы как бы 4 миссии прошли, сейчас мы в ангаре
кое-что посмотрим. И... и закончим. В общем, у нас новенькие пушечки открылись. Вот мы сейчас их поменяем. Вот, самые сильные пушки. Самые сильные пушки теперь у нас есть. Ну, я имею в виду вот в этом плане. Есть дефган. Всякие скраб там пушки. Но вот по поводу грохопушки я не совсем уверен, что она действительно сильная. У нее разброс какой-то такой странный. Тут точность 1 написано. По поводу вот этого большого шмалялы, она более точная. А урон у нее, конечно, даже больше. Ну, сравнивать-то надо вот эти две, конечно. Точность больше, скорострельность примерно такая же. Я бы, конечно, лучше большое шмалява выбрал, чем грохопушка. Возможно, окончательная версия грохопушки будет лучше. Или даже девган лучше устанавливал. Давайте пока что установим сюда, знаете что? Наверное, запган. Хотя сюда не влезет. Сюда не влезет. Наверное, не знаю. Тут вес слишком большой. У меня кое-как это летать будет, блин. Там-там-там. Парарам. Слишком тяжелый самолет быть не должен, потому что с большой тяжестью он, во-первых, будет медленно летать и вроде как получать много урона от столкновения. Тут вроде еще какие-то приспособы должны были быть, которые давали специальную такую штуку. Ладно, это мы все потом поменяем. Что ж, давайте на этом заканчивать. В общем, такая вот у нас сегодня была игра, состоящая из 4 миссий. Кому нравится эта игра, ставьте лайки, конечно же. Мы ее позже до конца пройдем. Напоминаю, что это еще не все самолетики. Тут есть еще другие самолетики, которые мы также откроем. И эту игру полностью пройдем. Немного проспойлерю. Эта игра, она не совсем длинная, ее очень быстро можно пройти, если ты сразу, например, открываешь эти большие оружия и играешь на вот этом вот самолете. Ладно, всем поки-поки.